Зал вообще великолепный. Я считаю, что, наверное, с точки зрения, мы об этом в прошлый раз говорили, что, конечно, с учетом и акустики, и самой такой вот архитектуры зала, и с видом из окна, ну, здесь очень просто напрашиваются какие-то и спектакли такие, да, и мы об этом тоже говорили с нашими, в том числе, театралами здесь. Конечно, это какие-то концерты камерные, поэтому я думаю, что это станет, ну, уникальным культурным таким просветительским центром для всей республики.